Здравствуйте, меня зовут Хусейнов Кахор, я гражданин Узбекистана. Мне 24 года. В данное время я нахожусь на территории России, Республики Татарстан, в городе Елабуга, так как учусь в Елабужском институте Казанского федерального университета. Я сейчас в данное время я на 4-м курсе, заканчиваю факультет экономики и управления. До этого у меня среднее образование есть, его получал я в Узбекистане, в городе Ташкент, в своем родном городе. Со школьных времен у меня была мечта попасть в Америку, так как я в детстве смотрел очень много американских сериалов, мультфильмов на русском языке. Та атмосфера, которая была в этих фильмах, очень заинтересовала меня. Из этого появилась мечта посетить Америку. Эта мечта, она до сих пор она у меня есть, она не пропадает. И вот 2 года назад я начал к этому стремиться. И начал смотреть разные ролики, как получить визу. Начал с людьми советоваться, кто ездил в Америку. Начал играть в грин-карту. Этого не знал про грин-карту. Вот 2 года назад узнал и начал играть. Но, к сожалению, пока еще не выиграл. И вот смотрел разные видео в YouTube и наткнулся на видео Юрия Моши. Смотрел его разные, подписался на его канал и смотрел разные видео его. И наткнулся на видео, которое он делает конкурс, помогает 10 людям получить визу. И подумал, почему бы мне не записать видео и отправить ему, испытать свою удачу. Я такой же простой человек, как и остальные, такие, как и вы. Юрий Моша очень помогает таким людям, которые сами 100% не знают, как что делать, и помогает в оформлении документов, как разговаривать с послом. Благодаря Юрию Моше, благодаря его видео, я очень много понял и много чего взял на заметку. И дай бог, если получится с Юрием Моше получить визу, благодаря ему, буду снимать дальше видео, как я получал визу. И если поеду в Америку, встретимся с Юрием Моше и снимем с ним тоже видео. И вы все это посмотрите, вы тоже подписывайтесь на его канал, вы тоже там очень много полезного возьмете себе. И на этом, что я могу еще сказать? Такой же я простой человек, как и многие люди из Узбекистана. У меня родители простые рабочие, мама домохозяйка, отец таксист. Ничего такого богатого у нас нету. Такой же простой человек, как и многие люди. Своим трудом поступил в Елабужский институт Казанского федерального университета. Вот своими силами дошел до 4-го курса, и дай бог в этом году получить диплом. Что еще? Дай бог всем воплотить свою мечту и поехать в Америку, кто хочет. И на этом все, я заканчиваю. Всем свидания, спасибо.